Первая библиотека, первый музей развития коллекционирования. Петра Великого смело можно назвать прародителем музейной деятельности в нашей стране. В юбилейный год Петра I все музеи по праву уделяют его личности немалое внимание. В усадьбе музея-заповедника Пушкина прошло пленарное заседание и выставка по изучению и популяризации наследия русского царя. Это вот одно из этапов, это совещание, это выставка, которая ездит по нашей стране. И сегодня приехала в Московскую область, а их сегодня две, вы знаете, да. Государственный исторический музей представляет свою выставку о Петре. И Петровские крепости, это Смоленский музей нам сегодня привез, они путешествуют по нашей стране. В 33 регионах нашей страны 115 музеев, связанных с именем Петра I. О музеях в небольших городах известно немного. Такие мероприятия дают возможность узнать о них больше, поделиться опытом и знаниями. И вот это межмузейное сотрудничество больших городов и маленьких, больших музеев и маленьких дает всем развитие. Потом это все-таки обобщает нашу историческую канву, миссию и так далее. И об этом легче и громче получается говорить. В юбилейный год в музеях запланированы масштабные мероприятия. Выставки, лектории, исторические игры пройдут и в общеобразовательных учреждениях. А самые яркие события развернутся 9 июня в городе на Неве, который по праву можно назвать детищем Петра Великого. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».